Разные этапы акции направлены на разные добрые дела, чтобы было чище, лучше и хорошо в общем в нашем городе. Вот сегодня в сквере боевой славы здесь пришли волонтеры, школьники, это несовершеннолетние, и управление по делам молодежи помогло им организоваться. И вот это второе доброе дело. Вся акция началась в субботу. Вот там состоялось первое доброе дело, сейчас второе доброе дело. Я думаю, еще осталось у нас 68 добрых дел, то есть еще есть куда стремиться. Студенческие и школьные советы сразу откликнулись на акцию. Активисты учебных заведений предложили свою помощь. Школы номер 11, 5 и 6 прислали волонтеров в сквер боевой славы. Когда нам предложили убираться здесь, я сразу же согласился, так как мой дедушка тоже воевал в Великой Отечественной войне. Я решил отдать дань ему и всем не пришедшим с войны. Я считаю, что уборка памятников – это дело нужное. Мы пришли сюда с ребятами, чтобы убрать памятник, чтобы было чисто, красиво и хорошо, чтобы люди могли проходить и любоваться этой всей красотой. Запланировано еще много других дел. Помощь ветеранам, наведение чистоты и порядка в памятных местах города, у Вечного огня, в скверах и у памятников воинам-освободителям.